Я попрошу вас встать и откройте, пожалуйста, Ефесянам вторую главу. Четвертый стих. Удивительная была проповедь пастора Тексье. Удивительные проповеди получаются у тех, у кого есть удивительная жизнь, жизнь Иисуса. Два стиха. И это отражает три истины, которые видны в нескольких отрывках. Евангелие от Луки, 15 глава. «Милость, любовь, благодать». «Я согрешил». Он сказал, блудный сын, но получил милость. Он сказал, я недостоин, но меня любят. Я хочу быть рабом. Ты никогда не станешь рабом, потому что ты сын. Это благодать. 1 Тимофея 1, с 11 по 16 стих, тоже милость, любовь, благодать. В Ветхом Завете это слово хесед, любовь, милость, благодать. Но Бог, 4 стих, но Бог, и скажите спасибо Ему за это, но Бог. Где бы мы с вами были, если бы не Бог? Даже не хочу знать об этом, где бы вы были, или где я бы оказался. Но Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, со Христом. Благодатью вы спасены. Отец, спасибо Тебе сегодня. Мы можем прийти к Тебе такими, какие мы есть. Благодарим Тебя и благослови этот вечер. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На Украине у нас была проповедь, которая называлась «Но Бог по благодати» из Ефесянам 2 главы. «Но Бог». В этом месте происходит какое-то преображение, какое-то изменение. «Но Бог». В нашем житию, але Бог появился. Кто-то дал мне евангельский трактат в 74 году. Я был точным описанием Ефесянам 2 главы с 1 по 3 стих. Мертвые по преступлениям и грехам своим. Жил по обычаю мира сего. Жил по воле князя, господствующего в воздухе. Дух, действующего ныне в сынах противления, жил плотскими похотями, исполняя желания плоти и помыслов. По природе был чадом гнева. 6 пунктов против человека. Но эти два слова изменили все. Но Бог. Происходят ли какие-нибудь ситуации в вашей жизни? Какие-нибудь? Не отвечайте. Но Бог. Но Бог. Семья, брак, здоровье, финансы. Недостаток отклика людей. Но Бог.
И Он богат милостью, Он возлюбил нас, и мы освобождаемся благодатью. Сегодня днем, несколько часов, я читал, молился, изучал, но ничего не происходило. Пытался позвонить жене, тоже ничего не произошло. Попытался по FaceTime позвонить, ей тоже ничего не получилось. Хотел поесть чего-то, тоже ничего не нашел. Попытался открыть конфеты из Швейцарии, тоже ничего не получилось. Ну вот такой был день, когда ничего не происходит. Но Бог. Я прочитал слова одной песни. Я вам просто зачитаю их, потому что я 1:15 читал эти слова, и я буду читать, петь не буду. Для меня это очень сильные слова. Такой, как есть, без единого возгласа. Кровь твоя была пролита за меня. И это позволяет мне прийти к Тебе, Агнец Божий, я иду к Тебе, такой, как есть, ничего не ожидая. Я не могу очистить свою душу ни от одного порока и пятна, но я иду к Тебе, Агнец, Агнец. Такой, как есть, со своими конфликтами и сомнениями, с борьбой со своими страхами, Агнец Божий, я приду, я прихожу. Такой, какой я есть, буду принят Тобой. Я буду прощен, очищен, потому что я верю в Твои обетования, Агнец Божий. Я иду к Тебе. Я прихожу. Удивительные слова. Агнец Божий, я иду к Тебе. Мы как-то обсуждали вопросы, которые никогда не задавал Иисус. Иисус ни разу не спросил кого-либо, а какие у тебя грехи? Он не спросил ни разу ни одного человека о его прошлом. Он не спросил, а покажи мне свои добрые дела. Он не спросил ни разу, а ты почему такой? Он не задавал таких вопросов, как когда ты уже изменишься? Он принимает нас такими, какие мы есть. Аминь. В городе Кампала, в Уганде, я стоял на углу улицы. Проходил мимо человек, я дал ему трактат. Он посмотрел на него, смял его и выбросил. Стал браниться очень вульгарно. Я подошел, поднял трактат, сейчас я этого делать не буду, расправил его и пошел за ним. Он говорит, чего ты хочешь? Я говорю, ну просто прочитай этот трактат, прочитай. То, что вылилось из его уст, это была просто помойка. Он опять его смял и опять выбросил. Я опять поднял. Еще 100 метров за ним прошел. Я сказал, извини, пожалуйста. Прочитай этот трактат. Он говорит, ты что, будешь 5 километров за мной идти до моего дома? Я говорю, похоже, что да. Похоже, что да. Он говорит, да ты не понимаешь, какой я. Я говорю, прочитай трактат. Он говорит, ладно, ладно, прочитаю, только отстань от меня. Он немножко подальше от меня отошел, прочитал трактат, посмотрел на меня
и продолжал идти. Через неделю он пришел в церковь. Я сказал: ну, посмотри, кто здесь. Он принял Христа. Сейчас он пастор церкви из 200 человек, такой, как есть, без единого возгласа. Подумайте об этом. Какая у нас проповедь? Какая у нас с вами проповедь? Это удивительно. Иногда я так пойман в том, о чем я думаю, что мне нужно в своем служении в церкви. Даже я могу быть отвлечен благочестивыми, замечательными вещами. Но у нас нет другого такого послания. Аминь. Мы можем подойти к любому человеку и сказать: приди такой, какой ты есть, таким, какой ты есть. Это удивительно. Один раз я шел по деревне. Это не миссионерская сегодня, не миссионерский вечер, но один раз мне сказали: да вы всегда о миссиях проповедуете. Один раз я шел по тропинке в деревне. Один человек шел навстречу. И это было в глубине джунглей. И я говорю: извините, пожалуйста, можно с вами побеседовать? Он говорит: отстань. Я говорю: нет, я не пойду туда. Он сказал: иди в ад. И я говорю: ты знаешь, если ты меня послушаешь, ты туда не пойдешь. Он так разозлился, он был очень зол. Наша церковь в Кампале началась с кухни. У нас моя удивительная жена, которой я не смог дозвониться сегодня, чтобы поцеловать ее по FaceTime. Она убиралась в этой кухне каждый раз, когда у нас было собрание или библейский колледж. И это было единственное место, которое мы могли арендовать. И он пришел на эту кухню. Мы кормили, там было где-то у нас 12 человек. Он принял Христа. Сейчас он пастор 15 церквей в нашем служении. Приди таким, какой ты есть. И вы знаете, люди есть везде. И у людей столько, так много чувства вины из-за греха, из-за того, как люди живут, из-за их отсутствия убеждений. И, может быть, они прошли какие-то религиозные обряды в церквях. Но мы можем приходить такими, какие мы есть, и они тоже. И вы знаете, мы можем это применять не только во время благовестия, но я, может быть, был ранен кем-то. И мне кажется, что это доминирует в моем мышлении. Со своей болью приходи. Приходи со своей болью. Приходи со своими сомнениями. Приходи со своими страхами. Приходи со своим человеческим разумом. Приходи со своим недостатком понимания. Приходи со своей завистью. Приходи со своей ревностью. Приходи со своими сложностями в отношениях с людьми. Бог говорит нам: приходи таким, какой ты есть. Аминь. Таким, какой ты есть. Я могу прийти. Какая свобода, что сердце Бога настолько открыто, его объятия открыты. У нас была раньше песня в служении, что его руки раскрыты. Приди ко мне. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим. Ибо иго мое легко, и бремя мое не тяжело. И не только в отношениях в теле Христа. Это очень важно. Но я могу прийти. Я могу прийти. Я помню, когда впервые встретился с пастором Стивенсом, я очень нервничал и стеснялся. Но у него было такое чувствительное сердце и дух. И я не чувствовал в его присутствии, что мне нужно измениться, чтобы прийти, что мне нужно что-то доказать окружающим. Вы знаете, иногда проекции в атмосфере пытаются переубедить нас, что мы не можем прийти. Иисус сказал в Иоанна в 15 главе, послушайте этот стих, этот человек принимает грешников. И это слово «грешники» — это «хаматолос». Это заядлые грешники, у которых привычка грешить, и он принимает их. Вы знаете, у многих людей такие шрамы от церквей, потому что, может быть, они пришли, и, может быть, кафедрой звучит закон. К сожалению. Может быть, в собрании люди недоброжелательны, не общаются с новыми людьми, и они уходят. И их мозг заражен. И они говорят, между прочим, я люблю Балтимор, я просто хочу вам сказать. Я бы не хотел быть ни в одном другом месте. Бог послал нас в Балтимор, разве это не так? Скажите аминь. Бог послал нас в Балтимор, и я люблю этот город, я люблю центр города, люблю разные районы этого города, и мне все равно, что говорят другие, мне это не важно. И мы говорим с людьми постоянно, и у них такое прошлое. И вы иногда говорите людям «церковь», и они говорят «О, Боже, только не это». Потому что на их подсознательном уровне такие раны, что они заранее отвергают то, что вы хотите сказать. А могу ли я прийти? Я алкоголик. Приходи, приходи. Могу ли я прийти, я курю? Могу ли я прийти, у меня ужасный образ жизни? Таким, какой ты есть. Это наша проповедь с вами. Такими, какие мы есть. Богатые, бедные, старые, молодые, грамотные, безграмотные. Религиозные, нерелигиозные. Просто что? Просто приди. Просто приди. Это то, что нужно услышать нашим окружающим людям. Из сердца, которому можно доверять, мы говорим, приди, Иисус любит тебя, приди, Он заботливый. В Африке у нас был девиз. Каждый приведи одного. Каждый сделай ученика одного. А по поводу церквей, каждая церковь насади еще одну церковь. В течение следующих 4-5 лет. 4-5 лет. Каждый. Какая это возможность? Потому что служение может удвоиться. И мы с вами представляем эту проповедь, которая называется «Благая весть», «Хорошая новость», которая обрадует других.
Видите, ребенок просто идет, ползет прямо ко мне по проходу. Приди ко мне, приди, какой ты есть. Такой, какой я есть. И нам нужно снимать бремена с плечей людей. Даже в наших взаимоотношениях в теле Христа. Говорите людям просто, приди, какой ты есть. Ну, знаете ли, брат, перед тем, как с тобой общаться, нам необходимо выяснить некоторые вопросы. Да нет, просто приходи. Иисус сказал, возлюбите врагов ваших, прощайте врагов. Представьте себе это. Что же Он говорил? О чем Он говорил? Просто приди. Приди. И когда Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, это в повелительном наклонении. Это не предложение, это повеление. Приходи. Я приказываю, приходи снова и снова. Но она пришла. Этот ребенок, он собирался ко мне прям прийти. Это часть проповеди, это иллюстрация. Хайнл, что ты сделала? Это была иллюстрация к проповеди. Господь сам устроил эту иллюстрацию. Посмотрите на человека, живущего на кладбище. 600 бесов в нем. Приди. Я тебя освобожу. Посмотрите на эту женщину, которая 12 лет страдает кровотечением. Она пробирается сквозь толпу. И у нее есть свобода. Она понимает, что она может просто прийти. Удивительная женщина у колодца стала причиной самарянского возрождения в Иоанна 8 главе. Иисус встретился с ней, и она была настолько свободна и счастлива, она почувствовала Его любовь в сердце, что она может просто прийти. Женщина, пойманная в прелюбодеянии. Представьте себе, что она думала о тех, кто привел ее к Иисусу. Ты можешь приходить, и нет никакого осуждения. Мне очень нравится жизнь Давида Ливингстона. Если вы никогда не читали его биографию, почитайте. Он не только очень многое сделал для Африки, он любил Африку. Он прошел на ногах 20 тысяч километров. Опять ребенок идет. Этот ребенок не сдается. Он упертый, продолжает идти по проходу. Знаете, что они сделали с Ливингстоном, когда он умер? Когда он пошел на небеса? Они сказали, нам нужно привести его тело. Они запеленали это тело каким-то необычным образом, и они ходили по всему континенту с его телом. И они говорили, в той части Африки, где он служил в последнее время, вы можете взять его тело, но сердце мы похороним здесь. И они вырезали его сердце и похоронили его в Читамбо, в Танзании, под эвкалиптовым деревом, под ясенем. И я проповедовал под этим деревом. А, у меня прекрасная фотография, извините. И это дерево мне всегда говорит, ты можешь просто прийти. Мой сын, твои грехи прощены. Марк 2. Ты можешь прийти. Матфей 8 глава. Ты сотник. Я недостоин, чтобы ты пришел ко мне домой. Сотник. Ты можешь прийти. И это не какое-то запутанная проповедь. Это очень просто. Запомните, вы можете прийти.
И я здесь, чтобы раскрыть эту истину людям. Я вчера познакомился с одним человеком на благовестии. Он из Ирака. И я сказал ему: «Можно я тебе скажу всего одну вещь?» Он говорит: «Да». И я сказал: «Иисус — это Аллах». Он сказал: «Что?» Я говорю: «Иисус — это Аллах». Он посмотрел на меня. Иисус? Аллах? Он сказал: «Как ты можешь это произносить даже?» Я говорю: «Своими устами». И он был так открыт. Может быть, по поводу ислама, 1,2 миллиарда. Я не знаю, сколько христиан служат им, но они могут прийти. Я познакомился с человеком, который должен был стать исламским муллой, и он должен был молиться в мечети. Он перед молитвой проходил ритуальные омовения, он мыл губы, мыл руки, мыл ноги. Я говорю: «Извините, пожалуйста, я не очень, может быть, не очень уважительно говорю о вашем омовении, приготовлении к обрядам. И я, можно я спрошу, как вы омоете сердце?» Он говорит: «Что?» Я говорю: «Ну, я вижу, что вы омываете все части тела, а как вы можете омыть свое сердце?» Он встал и пошел за мной в церковь, принял Христа. И он живет, он теперь в нашей церкви на севере Африки. Вы можете прийти. Сегодня очень простая проповедь, очень четкая, ясная, доступная. Мы можем прийти к нему со своими ранами, проблемами, беспокойствами, со своей ветхой греховной природой, со своими падениями, со своими поражениями. Мы можем прийти. Он говорит: «Придите такими, какие вы есть, такой, какой ты есть». И когда мы приходим такими, какие мы есть, мы освобождаемся, мы прощены, есть покой Божий. И потом мы можем идти, и мы можем говорить людям: «Приходите, придите такими, какие вы есть. О, Агнец Божий, я иду, я прихожу». Отец, спасибо тебе. Ты привлек Раав, ты привлек Руфь, ты приводишь к себе хромых, больных, слепых. Ты коснулся Савла из Тарса, и он знал, что он мог прийти. Билли Грэм проповедовал эту проповедь 83 года, с 16 до 99 лет, таким, какой я есть, без всяких причин, кроме той, что твоя кровь была пролита за меня. И это дает мне возможность прийти к тебе. О, Агнец Божий, я иду, я прихожу. Агнец Божий, мы можем прийти. И не важно, что происходит, что происходило, мы можем прийти. Мы можем прийти. Иисус любит нас сегодня. Избранные до основания мира, мертвые по грехам и преступлениям своим, жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, исполняли похоти плоти, по природе своей, будучи чадами гнева, но Бог по благодати. Павел сказал, что он был богохульником, преследователем, но я обрел милость. Мы можем прийти в нашей личной жизни,
как верующие в теле, мы можем прийти, к Иисусу, друг к другу, с проповедью Евангелия в Польше, в потерянном, погибающем мире, в Европе, в Балтиморе, в Восточной Европе, в Азии, в Китае, в Индии, в Африке, Южной Америке, Центральной Америке, в США, в Канаде. Мы можем просто сказать, вот проповедь, такой, какой ты есть, можешь прийти. Какая это проповедь? Какое у нас Евангелие? Велика верность Твоя, верность Твоей любви, верность Твоей милости, верность Твоей благодати, верность Твоего Евангелия, верность Твоей преображающей силы. Встаньте со мной потихоньку и давайте будем благодарить Бога. Скажите Ему: «Спасибо Тебе, Иисус, Ты принимаешь меня таким, какой я есть». Скажите себе: «Таким, какой я есть». Ты принимаешь меня таким, какой я есть. Таким, какой я есть. Люди всегда хотят, чтобы другие люди изменились. И я зачастую это понимаю. Но сегодня такой, какой я есть. Может быть, я живу в боли, может быть, я изранен, может быть, в отношениях мне были нанесены увечья, но я прихожу таким, какой я есть, и Он принимает меня таким, какой я есть. Спасибо Тебе, Иисус, такой, какой я есть. Я завидую. Приди такой, какой ты есть. Тайный грех. Приди, какой ты есть. Он прощает. Таким, какой ты есть. Злой. Приди такой, какой ты есть. Может быть, предсудительный. Приди такой, какой ты есть. В сложностях. Проходишь через испытания, приди, как есть. Испытываете боль, поднимите свою руку. Приди, какой ты есть. Чувство неуверенности и страх. Приди, какой ты есть. Таким, какой ты есть. Жизнь в сомнениях. Приди, такой, какой ты есть. Неверные концепции. Непонимание. Приди, какой ты есть. Вредные привычки. Приди такой, какой ты есть. Агнец Божий берет на себя грех мира, принимает нас, изменяет нас, очищает нас, восстанавливает нас, строит взаимоотношения, посылает нас с проповедью. Мы можем говорить людям: «Я пришел к Нему такой, какой я есть, и Он принял меня». Вы можете прийти такими, какие вы есть. И мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.